Дорогие друзья, гости фестиваля, отсюда начнется ваш путь первый туда. За моей спиной находится здание главного вокзала. По левую сторону от меня находится автобусная станция, от которой автобусы на Сколе и на Славск ходят буквально каждых полчаса. Туда же прибывают автобусы из Польши. Автобусы на Сколе отправляются с третьей платформы, оплата совершается прямо в автобусе. По правую руку от меня находится переход на пригородный вокзал. Сзади меня находится главный железнодорожный вокзал и автобусная станция. Прямо за мной касса пригородного вокзала, где можно будет купить билеты на электричке. Отсюда они уходят. Через дорогу от пригородного вокзала находится супермаркет, который работает круглые сутки, в котором можно закупиться едой и пивом. Сейчас мы находимся на вокзале в Славском. Это вокзал этого поселения, скажем так. Здесь ездят куча поездов различных, в том числе из Москвы, из Киева, и они здесь останавливаются. Чуть позже мы вам покажем, как вам легче всего будет добраться от вокзала до места проведения фестиваля. Покажем вам, какие здесь есть отели, место фестиваля, еда, гостиницы, питание и так далее. Поэтому начнем. Вот мы видим местное такси, такие уазики, они здесь все время стоят на вокзале, поэтому кто не хочет пройтись пешком, потому что пешком это около часа времени до места проведения, может подъехать на таком местном такси. Я думаю, что цена будет где-то 40-50 гривен за машину до места проведения. Конечно же, мы пустим автобусы, но кто захочет ехать приватно, то тот сможет воспользоваться местным такси. Специально для женщин. Прокладки продаются в алкомаркете. Ну что, вот мы добрались на место фестиваля. Сейчас мы вам расскажем более детально, что здесь, где находится. Вот. Это вход на фестивальную площадку. Здесь будет паркинг для автомобилей. Если кто-то приедет на автомобиле, сможет здесь его оставить. Это охраняемый паркинг. И чуть дальше мы пройдем сейчас к входу в саму фестивальную зону. Итак, вы видите, мы находимся на базе Захар Беркут, туристической.
Вот вход в наше фестивальное место. Итак, непосредственно перед самим входом в фестиваль мы имеем здесь столовую. Все, кто приехал и будет голодный, сможет здесь вкусно поесть. Итак, пойдем посмотрим, что за столовая. Так, посмотрим, что тут есть. Что-нибудь съедим, попробуем. Итак, обед получился 45 гривен одного человека, это с учетом первого, второго и салата. Итак, вот эта касса, где будут продаваться билеты, и те, кто не купил билет заранее, смогут здесь приобрести. Здесь будут проверяться билеты, здесь будет пункт контроля билетов. И таким образом вы проходите здесь контроль билетный и проходите на подъем. Так, друзья, я хочу вам сказать, что ни в коем случае не садитесь на подъемник выпившими и обязательно слушайте указания персонала, который обслуживает подъемник, так как это очень не совсем безопасная вещь. Будьте внимательны к этому. Так, едем. К посадочной станции. Это будет бэкстейдж зона, поэтому очень убедительно вас просим здесь не выходить, потому что если вы выйдете на посадочной станции, вам придется пешком еще подниматься дальше к входу на фестиваль. Итак, мы поднялись наверх, вы видите, какие здесь обзоры и красоты. Это точка, куда вы будете приезжать, и отсюда вы будете следовать непосредственно к сцене. Как вы видите, Сергей приехал на подъемнике на гору и зашел в первую зону проверки контроля на территорию фестиваля. Пойдем дальше. По этой дороге будет проходить забор, который будет выходить отсюда и направляться вдоль этой дороги к тому холму. Вот от этого леса, от этих деревьев, прямо ко мне будет проходить забор, который будет ограничивать фестиваль. И вдоль этого забора, ближе к лесу, вы сможете поставить палатки, палаточный городок, который может идти от леса, и вдоль этого забора прямо ко мне. Между этими двумя торговыми рядами, немножко перед ними, будет находиться сцена. И эти торговые ряды, это будет уже являться бэкстейдж-зоной, то есть туда, куда не будет уже доступа для зрителей. Сцена находится напротив удобного холма, и вы сможете смотреть на сцену как подобие амфитеатра. То есть вам будет очень удобно наблюдать за тем, что будет происходить на сцене. Ресторан, который находится на вершине горы. И таким образом, во время проведения фестиваля вы сможете питаться непосредственно возле сцены, там будут точки по продаже еды и напитки, а также в этом ресторане кафе, где вы сможете поесть нормальный обед или ужин. Мы сняли здесь номер на вершине горы в гостинице, так как здесь имеется гостиница, и покажем вам несколько планов номера, чтобы вы понимали, какой здесь сервис и какой уровень обслуживания в Карпатах, а конкретно на территории Захарки.